Друзья, всем привет! Сегодня на обзоре будет сорт моей селекции. Вот такая вот нежная красавица. Называется ЕЛ Настя. Такие вот крупные-крупные звезды. С ярко-розовым глазком таким. Тоже в виде звезды. Вот. Белые такие звезды с розовым глазком. Слегка удлиненная у нее такая листва. Вот. Каемчатая такая пестролистность белая. Розеточка ровная, выставочная. Стандарт. Очень понравился мне. Еще сеянцем он показал, что цветочки крупные будут. Красивые такие цветоносы очень хорошие, шапочное цветение выдает. Вот такой красивый, смотрите, как блестит листва, такая прям вот удлиненная у нее листва, очень красивый. Прям эффектный такой сортик. И хорошо тем, что пестролистная такая розеточка ровная и крупные цветочки, крупные и розовые. Розовое вот это пятнышко, оно довольно-таки яркое. Пишите в комментариях, понравятся ли вам сорта таких окрасок и с такой розеткой и пестролистностью.